Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Game, добро пожаловать на прохождение игры «Криминальный уборщик». Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Напоминаю, это третье видео по уровню роман. Как он там? Роман со смертью. Третье видео. И заключительное, наверное, по этому уровню, потому что у нас тут две вроде бы комнаты осталось, да? Я вчера чуть раньше закончил, чем 30 минут, поэтому, чтобы на сегодня... чуть побольше нас зафиксировать, чтобы, я думаю, вчера бы, если бы я записал бы минут 30, и у нас бы одна комната осталась там на минут 15. Так-то у нас. Угу. Так. Air purification complete. Back where it belongs. Замечательно. Так, и что у нас? Вот лежат мешки мусора, но это один мешок, да, я скинул. И... подожди, что там? И сфотографировать второй этаж еще нужно нам. Фотография 9 на 12. Уж тут, наверное, давление лучше. Там просто... сколько давление побыстрее чуть-чуть будет, да, с этих ковров, чем шваброй. Так, у нас тут ни пуль, ничего нету. Я крупные так уберу. Так, я думаю, водичка заканчивается, да? Чем давление уже. Вроде да, ослабевает. У нас краник, хорошо, что рядом. Так, дайте ведерки. А я ведерки-то не поднимал, да? Угу. Это с чистой водой, можно было их тогда в инвентарь поставить. Так. А, чувак. Вот это сюда. И еще одна ведерко. Еще одна ведерко нужно взять. Так, туда я тогда не буду. Надо запихивать его. Так, я, кстати, еще ни одного вроде бы секретик с вами не обнаружил. А их, наверное, тут куча-куча будет секретиков. А не куча, но 2-3 точно я уверен, что должны быть. Так, тут нечего разбивать. Какие-то подушки. Ага, черепок есть, на котором можно. Так, а чё, почему? Потому что, что, кровь на тебе? А какой путь? А чё там мешает? Не знаю, если честно, чё там мешает ему? Standby mode activated. Keeping calm is the best I can do. Надо было закинуть сначала. Витки. Так, а где у нас лампа? Ага, лампа. Лампа тут у нас. There's nothing to do here. Что это еще было за звук? Что такое? Мне послышалось, говорю, а, кто-то сказал. Эй, чуваки. Давайте мне не тут. Не того.
Да, чувак, подойди. Так, стоп. Ну, забирай колечко. Так, вот тут можно что-нибудь открыть? Нет, не надо ничего тут открывать. Угу. Подвигаем. Так, мне показалось, что-то еще тут, да? Не открыть. Не открыть. Я вроде бы все, it's okay. А, ну вот эти крови осталось, да. Убираем. Ну давай, кан. Так, тут на стекле нет. Нет, окей. Мы это закрываем. Когда приедут, так что все ицки было. Так, то мы давайте зальем водичкой. И вот это, да, реально последняя комната осталась у нас. Куда тебе? И стульчик. А где стульчик? Вот он. Угу. Так, подожди, я с этой стороны еще посмотрю. Я, кстати, не так не понял, где у нас утилизовать запись камер наблюдения. Где они у нас? Так, у нас там осталось... Моющее средство. Ну вот на последний как раз. Ага. Так. Так, нам сюда, наверное, лампу. Так, а я ее и не избирал, да? Тихо. Стойте, я следы с собой не принес. Это мы сливаем, я так понимаю, да? Окей. Опачки, это я, да? Только что принес, походу. Все, вроде бы. Бьямы тоже. Так, а куда я... Да и еще одно ведро только что делал, что твое... Что-то я... А, вот она, вот. Все-все-все. Окей. Так, что-то я тут пропустил. Так, блин, эти лампы сейчас тут мне будет мешаться. Дайте чуваку оставить. Так, эти вы, да... С тобой нельзя взаимодействовать. Угу. Чё? Чё я задел? Эй, чувак. Так, а тут нет, давайте вот тут у нас моющее средство. Блин, придется эти убрать пока. Что? Они мне мешают. Они мне мешают. Так, давайте сейчас мы... Что мы видим с вами, протерем с той стороны, я понял, то что не видим.
Лампу. Стой, 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 блин. Лампу передвинем. Все, ну и у нас все, больше нет мощи средства. Так, тут куда тебе? Так как было, да? Надо его подальше от двери, то что мешать мне будет. Так вот, наверное. Так, вот это что? Это что? Это мусор? Так, тут у нас... Я проверял вот эти, не пойму. Не помню, точнее, не... Ой, чувак, а чувак, что это, походу, этот разработчик игры, да? Так, на потолке ничего, крови нет, сейчас давайте еще раз. Кан, ну, давай. Вот куда кресло. Так. Ага, это сейчас мы... Сюда. Так, это сюда, я так понимаю, да? Сюда. Так, еще вот. Так, куда? И... Последнее. Замечательно. Так, где, откуда сфотографировать нам нужно? Взаимодействовать. Так, удалить из камер наблюдения. Сфотографировать первый этаж. Так, это мы ведро забираем. Это мы забираем. Сейчас я пройдусь еще на всякий случай, посмотрю. Нет ли у нас тут? Так, а я другой вроде, да, проверял, тоже пусто. Так, подожди. Есть, вот она последняя. Мог бы сейчас бы ее пропустить. Куда тебе? А, второй этаж, место зачищено. Ха! Все, уходим отсюда, уходим, уходим. Ходор, ходор. Че у нас желтым не горит? Так, вот эти я смотрел. А, ну да, пиво смотрел, чипсы пиво смотрел. Угу, все. Так, очки с мусором, это понятно. И, ага. Так, покиньте место камеры наблюдения. А вот камеры наблюдения мне сейчас придется побегать, ребят, посмотреть. Я потому что... Видел, сколько компьютеров. Угу. А вот где он теперь находится? Надо ведро еще с собой взять, чтобы они не маячили на глаза, да? Так. Так, вот, вон там у нас. Ага. Это мы забираем.
Так, ключик, кстати. Так, у нас на первом этаже была дверь, которая была заперта. Походу, и она и есть, да? Это около туалета она была. Вот тут. Хотя тут нет картины. Я подумал, что серверная какая-нибудь. Больше ничего нет. Так. Тут нет, тут джакузи у нас. Давай тогда первый этаж посмотрим еще раз. Тут у нас нет. Тут у нас... Вот он. Вот он, все понял. Так, кстати, вот это взлом можно и на клавиатуре делать, не обязательно мышкой. 3875, да? 3875. 2568. 2558. Угу. Так, удаляем. Я реально, кстати, ни одного секретика не нашел, блин. Где же тут секреты? Или их, может, вовсе нету? Что-то не верится, что их тут нету. Вот это вообще подозрительно кажется. Говорю же, четвертый раз говорю. Дайте я еще раз в подвал схожу. А, подожди, ну был же один секретик, да-да-да, я же его деньги же там нашел. Че я говорю, секретиков нету. Один секретик точно. Как раз в подвале и был. Угу, мы там вот деньги нашли. Но один секретик — это не тема. Должно быть либо два, либо три на такой, тем более, территории гигантской. Так, что мне там? Раунд, я попытался под мышку. Так, второй этаж уже не пойду. Тут сделаю кружок. Вот, точно. Это совершенно забыл я. Что нет у нас? Так, так, так. А, я думал, что не пойму, почему он тут находится, а тут вазелин и туалетная бумага и инкогнит мод еще включен. Я понял, что он тут занимался. Ах, вот. Ах, он мелкий из расчега. Опа, секретное место обнаружено, ребят. А тут он понятно, чем занимался еще. Ох ты, нифига себе тут плантация. Не застрял случайно. Два, получается, нашли секрета, да? Ну, возгую, что третий должен быть секретик, но я фиг его знает, где третий секретик. Стой. Нет, я подумал, лифт, что ли?
все, да. Одер отсюда, ребят. Иди. Что нам горит? Откуда зеленый свет горит? Понятно. Давайте, ребят, счастье, здоровье, не болейте, не чихайте. Обычно у вас ничего драгоценного нет, да? Дровишки тян. Угу. Все. Так, ешку. Да. Ух. Час 23. Нифига себе, мы тут, ребят, с вами задержались. Идеальный счет. Все тело собрали. Завершено. Рубли написано. А ему рубли, тут же доллары. Рубли. 19 тысяч, да. Оу, 12. О, все кассеты нашли. Все секреты нашли. Ля ты, нифига себе я. Жесткий. Ой, мне надо сразу The Bad Romantic, плохой романтик, After With Death. Вот, два достижения дали. Так, замечательно. Давайте сразу я раскидаю очочки наши. Так, куда мы можем с вами раскидать? Что тут общее? Охотник с сокровищами, да? Это шляпа, шляпа все. Так, это дополнительные ведра, это увеличение вместимость ведра. Улучшенное ведро 2, вы можете добавить в ведра 3 мощь средств. Ага. Так, это у нас что? Увеличивает мощность средств на 10, а это мощность средств на 25, если оно не дублируется в ведре. Ага. Я понял. Так, стой, а тут у нас вот это как раз мощь средств, да? Угу. Инструменты. Что с этими пакетами? Склейка и ленты. Увеличивает максимальное количество объединён. А, мы можем вон несколько мешков таскать, кстати. Ой, это прикольно. Это прикольно, но как бы я могу и побегать, как бы. Ну, чтобы три... Был бы у нас тут бы, не знаю, сотка бы, я бы лишний может был сюда закинуть, но лишних у нас нету. Вот это как бы тоже Ицукей, первый уровень достаточно нам. Фонарь есть. Высокое давление, все полностью прокачать. Вот это можно прокачать. Можете носить... Ну, а нет, это фигня тоже. Фигня. Вот, швабру давайте прокачаемый, да? Увеличивает характеристики все. Так, а это что у нас? Увеличивает скорость использования швабры и губок. Давайте, короче, сделаем так вот. Вот так вот. Губка загрязняется на 20 медленнее. Так вот, вот так вот. Сколько мы уже 7 потратили, да? Увеличивает все характеристики. Вот так вот. Так, а куда я это могу? А, вот сюда сейчас забегаю одну очку. Вы можете и дополнительную швабру, дополнительную губку. Швабры хватит у нас, да, дополнительных, я думаю. Давайте губку, наверное, дополнительную сделаем вот так вот. И как раз два, да, еще 3 очка осталось. Так, а что у нас тут? А, швабры и губки больше не оставляют кровавых пятен. А, ну, тоже бесполезно, как бы можно не брать это. На 25. Увеличивает способность швабры и удаляет сложный объект на 20. Так, это у нас загрязнение, швабры. Угу, вот так вот все. И осталось у нас сюда 2 очка запихнуть. Сюда 4 очка, 6, да? Сюда, это сколько здесь? Еще сюда 4, это уже десятка, да? Двенашка нам требуется. И я бы еще бы
Ну, насчет пакета можно было вот эту, да, объединить, закинуть. А, хотя еще сюда можно было. Ну, короче, у нас есть куда. И на мощь средств я бы еще бы запихал бы очки. Короче, на этом все. С вами был Лайко. Не болите, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих роликах на канале Лайко Гейм. На уже завтра новой серии. Всем пока, ребят.